Коридоры скоростного трамвая, метро и БРТ планируют создать в Алматы. Они помогут связать в будущем 5 полицентров между собой и решить проблему пробок. Разработчики генерального плана продолжают общественные обсуждения. По их задумке, за счет этих линий общественный транспорт станет доступнее, а значит, потребность в частном авто снизится. Коридорам позднее подведут пешеходные сети и велодороги. Когда будут проектироваться коридоры, можно на этот период заложить туда выделенную полосу, которая очень быстра в организации и при этом требует меньше вложений, но даст какой-то эффект в ускорении движения общественного транспорта. Городу будет дешевле построить сразу, заказать, точнее, проектирование сразу двух систем трамвая, поскольку это будет дешевле и как с точки зрения проектирования, так и с точки зрения будущей закупки подвижного состава. Намерены разработчики генплана и повысить уровень доступа алматинцев к живительной влаге. Для этого по плану нужно ежегодно прокладывать 280 километров водопроводных сетей и постепенно обновлять существующие. Поскольку сейчас более 50% из них изношены и не ремонтировались последние 40 лет. Ну а во избежание утечек и порывов труб нужно оцифровать всю систему водоснабжения. Точная диагностика в режиме онлайн поможет заблаговременно устранять неполадки, уверены специалисты. Нам нужно ежегодно, чтобы по водопроводу, это около 50 километров по водопроводу, необходимо реконструировать. И второе, если мы зайдем на все 50 километров водопровода на реконструкцию, это будет городской коллапс. То есть мы говорим о том, что необходимо параллельно вести и реконструкцию сетей, и параллельно строить водохозяйственную систему.